для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества и даже погода не в составе. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Начать игру. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества и даже погода не в составе. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Начать игру. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества и даже погода не в составе. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Начать игру. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества и даже погода не в составе. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Начать игру. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Калверт Льюин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Калверт Льюин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Калверт Льюин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Для того, чтобы команды показали футбол высочайшего качества и даже погода не в составе. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие...